Здорово, мужик. Здорово, здорово, здорово. Куда едешь? Вилост. А, Вилост? Вилост. Так ты сама сказала. Возьми. Ну что, еду отдыхать, короче. Чтобы разрядиться. Все как обычно. Еду, блядь. Продолжай, кстати. Я это оператору говорю. Куда там едем вообще? В Лилисты гулять. Да, в Лилисты, в общем, гулять. Сейчас с террористом. Так, я приехал куда мне надо. Куда я приехал? Что ты запомнил? Да я не могу запомнить, куда я приехал. Ладно, куда надо было приехать, я приехал. Буду гулять. А, во, вижу, приехал в Лилосты, в общем. Есть такое место. Настроение какое-то непонятное, но вроде хорошее настроение. Капает дождик. Перед этим еще не капал, но опять начал капать дождик. О, стоит какая-то ненужная машина. Volkswagen. О, видите, что-то интересное уже заснял. О, смотрите, а что тут впереди? О, поросеночек какой-то, медвежонок еще. Вообще этот Volkswagen никому не нужен. Вспоминая прошлые блоги, я такой говорил. Птички поют, свежий воздух, ты разряжаешься, ты не сидишь в этой гостинице, ты не один, ты гуляешь, радуешься как-то жизнью, это осень, капает дождь. А кругом лес, я вижу лес и капающий дождь, песни пою я и продолжаю гулять. О, грибы, грибы. Напишите в комментариях, что это за гриб такой. О, гриб. А вот это вот рябина. Рябина. Если по сути говорить, то я первый раз в этом месте ни разу не был, поэтому не скажу, что это самый интересный будет блок. Но блок и блок, в общем, будет. Какие-то домики. Домики, вот такие вот домики. Хотели бы жить в таких домиках? Напишите это в комментариях. Вот еще домики. А посередине можно, в общем, играть в баскетбол. Ну, своего рода баскетбол. Хотя там я не вижу корзину. Мне как-то вот это захотелось снять на видео. Короче, это электростолб. Что ты говоришь? Зачем в такую погоду поехали? Да, реально, меня вызвали. Ну, как не то, что вызвали, а хотели со мной погулять, я не отказался. И тут такая погода, дождь, думаю, ну ладно. Я опять забыл, куда я вообще приехал. Я уже сам не понимаю, куда я приехал, в общем, на электричке. Забыл, как это место называется, какие-то симпатичные дома, дождь. Люди уже сами не знают, что они хотят. Ну, то есть, с людьми, с которыми приехал, они не хотят, ну, попадать на камеру это вот. Ну, они просто не хотят. Они смотрят мои видео сами. Ну, вот, позвали, пошли гулять, короче. Ну, окей, давай, пошли гулять. Они еще мне говорят, тебе скучно одному? Я говорю, да нет, не скучно, ну, пошли гулять. Ну, окей, надо разрядиться, выйти. А потом уже речь зашла, а может завтра куда-то пойдем, может завтра солнечный день. Я такой, думаю, ну давай, я не против, я могу не сидеть один, я могу с вами пойти гулять. Понимаете, такая вот тема. Вот. Итак, этот блог продолжается. Я продолжаю идти куда-то вперед. Там впереди стал красный новод. Впереди мост. Какой-то мост, блядь, да, куда-то идем, да, вперед. Мы просто тупо не знаем, что даже сказать. Не, я-то знаю еще, что сказать. Просто мы тупо идем, мы просто, понимаешь? Вы меня сами вызвали погулять, я не отказался. Да ну, ты сказал тупо, тебе скучно, я говорю, нет.
А так бы я сейчас сидел, играл в танки. Какую роль играет этот мост, какую роль он еще играет? И вообще, куда мы идем? Еще роль играю. И куда мы идем, мы вообще даже не знаем. Представляете себе? Мы даже не составили список отработанных типа вопросов и ответов. Вообще ничего, просто идем, несем какую-то чушь нахуй. Куда мы идем, я даже не знаю. Куда мы идем? Что мы снимаем? Мы больше собственное лицо снимаем, чем что-нибудь снимаем вообще. Просто во всех кадрах у нас будут одни только лица. Лица и лица и лица. Вот куда мы идем, Саукрастуновац. Можете прогуглить вот это вот солнышко и там как у викингов, знаете. И в каждом кадре лицо должно быть. В каждом. В каждом кадре. А как у тебя сейчас настроение? Ну как настроение? Гулять дальше? Да нормально. Погода нелетная, да. Конечно. А зачем ты снимаешь свое лицо? Может, снимай это? Че там сказали? Под мостом решил это расти. Лиласте, Ална, Житали, Насал, Краста. Как мы назад не переправляться? А что там было про синий кит, ты говорил? Давай, просто мы залезем и спрыгнем. Вон на ту башню, да? Да, давай разгонимся башкой, а стенку ёбнемся и будет нормально. Синий кит. А там про бабку еще ты рассказывал, в общем. Ну, про бабку. Бабка? Да, бабка. Да? Про американскую бабку там с оружием. Все, пошли. Давай поезжай. Нет. Машина. Опять непонятно куда попали. Сами не знаем, куда идем, но идем. У меня сегодня были совсем другие планы. Я не планировал никуда ехать. Я просто хотел позавтракать. Позавтракал, играть дальше в танки с мужиком. Потом пойти в магазин, купить там продуктов, которых не хватает. Вот, и приготовить красный борщ. Идем гуляем, и тут бутылка пива. Заршу. И это все лес, сосны. Но непонятно где. Здорово, Димон. Здорово еще раз. Это самое. У тебя спички есть? Зажигалка. Зажигалка. На ветке, по-моему, сырые, не получится костер разжечь, чтобы на штраф попасть. Да. Да, ну ясно, все. О, речка, лес, берег. Романтичное место. Меня попросили снять это на видео. Поэтично это сказать. Ну, то есть я уже сам. Вот. Блог продолжается дальше. О, снимаю какую красоту. Красота невиданных краев. Там, где нас нет. О, красота. Вот это снимаю. Да-да. Белла. Красота. Вот, ну красиво, красиво. Камни, все-таки речка. А там уже, ну как бы считается, залив. Вот, чайки. Вот. Красиво, красиво. Во, иду, и как твердый такой песок. Вообще твердый. Прикольно. Ну давай там, повтори про немцев. Ну как там, Швайнер. Да, ну. Ну что, гуляю дальше. Ну типа скоро закончу гулять. Немного устал. Кушать хочу, голодненький. Вот. Но блог продолжается. Здорово, мужик. Здорово. Здорово. Как оно? Нормально. Ясно. Ты откуда вообще пришел? Я тут гуляю, знаешь. Сам не понимаю, куда попал. Из-под земли, блядь, нахуй вылез. Вот ты видишь, какой, блядь, чистый. При комфорте, ну ты ездишь. При бомбасах. Шляюсь тут, хожу, гуляю. Смотрю на лес. Деревья растут. Отдыхаем. Ясно. Собачники долгожители. Кто с собаками по утрам чаще гуляет,
дышит свежим воздухом, дольше проживает. А это что за столб такой? Ну, большой. Это? Что за станция? Мобильная такая. Ага. Интернетная или мобильная, что-то со связи все. Ага. Да. Дышит не будет. Что этот блог подходит к концу, я уже немного устал, кушать хочу, промок, замерз, вот, и так далее. Все, всем пока.